Пункт 1. Пересечение Ленина и улицы Профинтерна. Горожане говорят, чтобы пересечь проспект на Зеленый, времени хватает впритык. Еще сложнее, когда скользко, как сейчас, а также пожилым людям и мамам с колясками. По времени маловато, то есть приходится в два светофора занимает, чтобы перейти дорогу. Для вас это не очень удобно? Не очень. Засекаем. Разрешающий свет горит почти 30 секунд. По мнению многих пешеходов, не хватает еще как минимум 5, чтобы перейти проезжую часть, не сильно торопясь. А вот на следующем участке пересечения Палского тракта и Советской армии быть пешеходом гораздо труднее. Чтобы преодолеть около 20 метров дороги до островка безопасности, вам отведено всего 13 секунд. Пробую на себе. Итак, время пошло. Некоторые машины завершают маневр. Сначала я иду, как обычный пешеход, но сигнал светофора подсказывает, что надо поторопиться. Последние метры я уже добегаю буквально и как раз оказываюсь на островке. Ноги молодые, могу себе позволить пробежаться. Однако не все готовы заниматься физкультурой на проезжей части. Сколько там? 13 секунд, по-моему, говорит. Или 12. И вам хватает? Хватает. Стыльком. Не хватает абсолютно времени. Пускай задумаются власти. Потому что, ладно, мы молодые, я не успеваю. У меня тетка уже в возрасте. Не успеваю с ней даже пройти. А многие вот на трамвайных путях как остановиться? То есть дошел до середины дороги, что делать дальше? А дальше рискуешь попасть под трамвай или под колеса одного из лихачей, что запросто едут по трамвайным путям. Кстати, добравшись до островка безопасности, ждать придется еще 1,5 минуты. В городском дорожном комитете нас заверили, о проблеме знают, и в прошлом году ставили эксперименты, добавляя пешеходам около 5 секунд. Увы, тут же движение встало. При добавлении времени пешеходам по улице Советской Армии у нас значительно увеличиваются транспортные задержки, значительно по Советской Армии. Начиная там вплоть от коммунаров, не было затора, добавили, начинают скапливаться до коммунаров. Сергей Павлов, эксперт в области дорожного движения, считает переход на Советской Армии самым ярким примером сложного участка. На самом деле их гораздо больше. Причина, прежде всего, в слишком большом количестве автомобилей. На загруженных перекрестках они уперлись не в регулирование, скажем, движения, а уже в пропускную способность. У нас конфигурация города не позволяет пропустить столько автомобилей. В результате этого кто-то все равно будет страдать. Нельзя сделать всем хорошо, можно так сказать. Выход эксперт видит в развитии общественного транспорта. Именно этим путем, по его словам, идут европейские города. Стоило бы и жителям города все чаще пересаживаться на автобусы и трамваи. С этим и чиновники согласны. А пока в дорожном комитете нас заверили, что в ближайшее время планируют добавить несколько секунд пешеходам на Советской Армии. Правда, гореть дольше для них зеленый будет лишь, когда автомобилей на дорогах будет меньше, а не в час пик. Илья Кочетков, Александр Антропов, «День с толком».